Блин, решил вокруг деревюшечки проехаться, посмотреть, что почем вообще. А тут лесовозы разбомбили дорогу так. Ёк-макарёк. Что пипец, блин. Вот уроды. Пойду хай-джек, что ли, принесу. А то я там Ниву делаю. Пипец, блин. Неплохо у меня воскресенье началось. А, ну и лопату. Хотя нет, лопата есть. Хай-джек нужен. Угу. Ладно. Начнем воскресные. Приключения. Короче, с помощью хай-джека, лопаты и бензопилы, вот, машину удалось поднять. Ну, видно по следу, как она в воде была. Вот. И тут вот тоже чуть-чуть вытащили. Вот. Сейчас я притащил на то бревно, гвозди из него повыдираю. И попробую сюда вот в колею положить. Вот. И будем выбираться на эту сторону. Вот. И дальше как-то пойдем по лесу. Потому что по дороге нет смысла ехать. Лесовозы здесь все разбомбили. Вот. Продолжим наши мучения. Сейчас поднимем это колесо, и на заднем мосту эта варка ушла, значит, будем поднимать то колесо, вот это. А может быть, даже и не будем, оно в принципе неплохо стоит. Вот. Да, скорее всего, поднимем только вот это, потому что оно реально уперлось прям. И возможно, что она сама выйдет. Но сейчас опять хай-джеком поднимем наверх ее. Вот. И ну чего? Стронулись с мертвой точки, поэтому еще пару часов, и мы будем вот там на поляночке. Поехали. На майских праздниках в нашей деревне ну нельзя найти трезвого, чтобы он помог как бы вытащить из дермица, в который я попал. Вот дочка пришла, красавица моя, помочь мне. И вот мы уже повывешивали машину, то колесо. Это, я думаю, что само по себе пойдет. Вот это вот колесо, а то нормально стоит. Сейчас попробуем газануть и выехать вот на эту полянку. Не знаю, сможем, не сможем. Ну, в общем, приступаем.
чуть-чуть продернулись вперед, но вот соскочило заднее колесо, и вот из-за него мы не можем вылезти. Сейчас мы по новой его вывесим, повесим на что-нибудь. Ну и это теоретически уже вышло, но сухой. Это тоже, наверное, скоро грохнется. Но сейчас важно то колесо вывесить, потому что это нормально. Ну, приступаем. Вот, вывесили колесо. Сейчас вот здесь вот сделаем по прямой. Вот, и начнем движение. У нас, как я и говорил, упало то колесо. Видишь? Да, оно в колее. Нам надо теперь из этой колеи выйти. Соответственно, надо сюда опять принести хайджек, поднять и сделать съезд и рвануть. Ну, там тоже. Ну, оно из клея, ты видишь, уже вышло. Вот. Это я зарываться начал, да? Так-то оно наверху стояло. Поспешила я, конечно. Вот, ну ладно. Сейчас мы то колесо задонкратим. Блин, из колеи вылезли. Почти вылезли. Но вот так вот зарылись. И, блин, не хочет идти вперед, и все. Сейчас попробуем еще. Thank you.
забыл совсем. Ой, ну что, прыгай, погнали. Блин, выручили нас.